Всем привет! Данное видео выдуманное, и никакой проклятой версии на самом деле не существует. Все сделано ради интересов. Ну что же, всем приятного просмотра. Bye. Как-то раз я скачал проклятую версию Майнкрафта. Мне нечего было делать. И когда я зашел в нее, я увидел, что скин стоит какого-то извращенца. Я попытался его поменять. У меня ничего не получалось. Я попытался поставить скин Стива. Но он тоже не получалось его поставить. Я не знаю, почему я нажал подтвердить. Потом я решил поставить скин Алекса. Никто из них не ставился. Только один он ставился. И ник был Сатана. Я очень сильно испугался. Я хотел поменять ник, но у меня из этого тоже ничего не вышло. Сатана никак не мог поменяться. Но тогда мне пришлось выйти и нажать играть. И вдруг я увидел мир под названием 666. Черт, как же я испугался. Я попытался выйти, но потом передумал и нажал на этот мир случайно. Но что будет дальше, вы сейчас увидите. Как-то очень странно, но загрузка пролетела очень быстро, и я оказался в каком-то мире. Вокруг были одни головы, много крови, стояли двери повсюду, был высокий забор, я не знаю, для чего все это было. И перед собой я увидел две двери. Я немедленно вошел в них, и то, что я увидел, это просто офигеть. Там стояли факела, и было очень много крови. Это была пентаграмма. И я увидел перед собой какой-то портал. Видимо, этой пентаграммой он был вызван. Я решил зайти туда. И когда я в него зашел, время было 00:00 на часах. И быстро меня переместило туда, очень быстро. Я был в шоке от увиденного. Я увидел какую-то большую комнату и засохшие бошки. Не знаю, чьи это бошки были, но я очень сильно перепугался. И перед собой я увидел две двери. Опять-таки две двери. Я потихонечку открыл одну дверь и зашел вовнутрь. Черт, там было очень много голов, очень много крови. И вдруг на меня напал. Я не знаю, кто это, но по моему описанию это был Сатана. Я попытался его грохнуть, но он меня сам чуть не грохнул. Я его потом все-таки завалил еле как. Но он очень сильно дрался и был живучим. Видимо, это была комната Сатаны. Я вошел вовнутрь этой комнаты и чуть не застыл от увиденного. Был трон Сатаны, и было очень много крови. Потом у меня почему-то залагал Майнкрафт. И так продолжалось где-то 4 или 5 секунд. Потом резко все изменилось. Закрылись двери, и убралась одна голова. Я не знаю, куда она делась. Я попытался открыть двери, но у меня ничего не выходило. Потому что просто, я не знаю, стоял какой-то плагин, то что это, дверь не может открыться. Я начал осматривать комнату. Мне ничего не оставалось, как только этого делать. Я сел на трон Сатаны, и в тот же миг, я не знаю, услышал какой-то звук странный. Попытался еще раз открыть дверь. Попытался выломать, но у меня из этого опять-таки ничего не получилось. Тогда я решил добиваться своего. И все-таки я добился своего. Через некоторое время я выломал дверь и вышел в коридор. Черт! Я очень сильно удивился и испугался. Портал исчез. Куда он мог исчезть? Тогда мне надоело все это. Я решил нахрен выйти из этого Майнкрафта и все, и удалить эту проклятую версию. Но у меня не получалось выйти. Тогда я не решил сдаваться. Я просто хотел свернуть приложуху. Но у меня из этого получилось только хуже. Вот здесь была пентаграмма. Появился черный фон. И все было в крови и в пентаграмме. Я не знаю, к чему это все. Оно так и осталось. Через минуту раздался телефонный звонок. И начал говорить какой-то незнакомец. Зря ты скачал эту версию. От нее тебе не избавиться больше никогда.